композицией «Баллада о матери» Ксения Гриценко заняла первое место в номинации «Песни Великой Победы». Девушка занимается вокалом с 5 лет. В общей сложности имеет более 100 наград за участие в различных конкурсах. Но этот для нее особенный. Ксения считает, что сегодня очень важно пробуждать в людях чувство патриотизма, в том числе и через искусство. Я ставила для себя цель, чтобы донести до жюри, до зрителей, которые там сидели, что война – это очень страшно. Вот что мать, она как бы никогда не перестает верить в то, что ее сын жив и вернется. Она очень долго ждала, много времени прошло, но она каждый день ждала и не верила, не теряла веру. В этом году за право выйти в финал боролись 50 конкурсантов. Жюри оценивало выступления в 2 возрастных группах и 2 номинациях – «Песни Великой Победы» и «Песни моей отчизны». Из победителей муниципального этапа жюри из Краснодара отберет лучших для участия в краевом конкурсе. Этот конкурс популярный среди молодежи. У нас в этом году максимальное количество участников было. И самое интересное и отрадное, что мастерство вокального исполнения у молодых людей растет и с каждым годом, ну, из года в год. Призовые места заняли как солисты, так и музыкальные коллективы. Всего более 20 лауреатов получили грамоты и памятные подарки. Лучшие представят Анапу на краевом этапе конкурса. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.